Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка первого заказа из 9-го каталога Oriflame. И самое классное, когда я открыла коробку, что я увидела, я так соскучилась по настоящему бумажному каталогу Oriflame. Это просто, я даже его нюхала, здесь есть ароматизированные странички, и так приятно все это рассматривать, это что-то невероятное. Отличное начало будет 10-го каталога. Клиенты будут рады, что мы теперь к ним придем не с пустыми руками или с e-каталогами, а именно вот все хотят держать в руках бумажный красивый каталог. Заказ у меня на 201 балл, и в заказе очень, конечно, крутые продукты. Ну, во-первых, по акции я заказала два аромата Love Potion Secrets, и они идут оба под заказ, что меня очень радует, что сразу просто улетают. Шикарный аромат, у него очень богатый состав. Если смотреть в каталоге, то там всего три показано ноты, на самом деле в каждом аромате около 80 нот, может быть чуть больше или чуть меньше, представляете? То есть нам показывают самые яркие, самые заметные ноты, и здесь белый шоколад, белая клубника, аж мурашки по коже. Аромат, кстати, знаете, я делала в своем канале, в телеграм-канале, опрос, что вы думаете об аромате Love Potion Secrets. У меня просто мурашки, я вам сейчас прочитаю и расскажу, что люди писали. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, заходите, женский мир глазами Лилии Донсковой, и там столько комментариев. Итак, давайте прочитаю. Чувственный, сладкий, манящий, обволакивающий, притягательный, соблазняющий, провоцирующий, гурманский, это все про него. Сладкий, девичий, легкомысленный, женственный, интригующий, манящий, сладкий, манящий, страстный. Некоторые повторяются, но в основном настолько интересно. Игривый, яркий, лакомый, летний, манящий, сладкий, нежный, вкусный, очешуенный. Слушайте, ну классно. А я написала сексуальный, энергичный, влекущий. Вот такое вот неординарное описание аромата, потому что не всегда нам нужны ноты. В основном хочется понять, какие эмоции вызывает этот аромат и как меня будут с ним воспринимать. Так что имейте в виду, этот аромат очень даже необыкновенный. Я наконец-то получила маски с вербеной. Это очищающая маска 30 миллилитров. Кстати, я сегодня делала утром маску с гранатом, увлажняющую. И мне пришлось недолго походить. Я ее нанесла и уже хотела идти смываться. Тут ванну заняли. Окей. Потом ко мне пришла клиентка. Я прям к ней выходила на улицу с этой маской. И вы знаете, она полностью впиталась. И по ощущениям кожа была такая вот гладкая-гладкая, такая вот полностью маска исчезла, и как будто вот лицо просто вот запечаталось. Кстати, интересное впечатление. Теперь буду пробовать новую маску и тоже в канале Telegram расскажу впечатление, потому что нет смысла отдельное видео записывать на одну малюсенькую масочку. Но я думаю, что я это сделаю. И вы приходите в Telegram-канал. Итак, жидкое мыло для рук с кокосом и какао. У меня сейчас заканчивается крем из этой серии. Это невероятный аромат, кстати, очень необычный крем. Более подробно о нем расскажу в обзоре уже пустые баночки за июнь. Он у меня туда, за июль, потому что прям осталось на 2-3 раза испробовать. Но кратко скажу по поводу этого крема. Когда его наносишь на тело, то такое ощущение, что крем уходит, а сверху какая-то влага, и вот так, как будто водичка на руках. У меня вот такое ощущение. Очень приятный крем, обязательно его повторю. Поэтому заказала жидкое мыло. Во-первых, я люблю жидкое мыло больше, чем кусковое. У нас всегда есть жидкое мыло в обеих санузлах и на кухне, кстати. Потом мне нравится, что оно с дозатором, и посмотрите, какое оно концентрированное, его так надолго хватает. И жидкое мыло ухаживает за кожей рук, то есть они становятся мягкие, чистые и при этом вкусный, классный аромат. Вот так вот мы делаем выставку небольшую. Следующее, конечно же, я заказала витамины Wellness женские, у Миши еще есть, а я
свою пачку закончила буквально как раз дня два назад, и вот ждала, когда придет новая. Сейчас открываем. Не сделали какой-нибудь хвостик, не вижу его, чтобы открыть легко и просто, поэтому буду вот так вот. Итак, что такое wellness pack? Это комплекс мультивитаминов и минералов. У нас в коробочке 21 пакетик, и в каждый пакетик рассчитан на один раз, то есть на один день. Мы выпиваем полностью утром во время еды или сразу после еды, или в обед. То есть все витамины пьются или во время еды, или вот сразу доели и выпиваете. Здесь в состав входит одна таблеточка, это витамины и мультивитамины и минералы. Черненькая — это астаксантин, это то, что как раз работает как антиоксидант, то есть это есть антиоксидант, это защита организма, очищение от закисления, чтобы организм был, чтобы клеточки были красивые, здоровые. Очень сильно влияет на кожу, кожа изнутри уже, как сказать правильно, то есть это красота изнутри. Снаружи мы наносим крем, он делает свою работу, а изнутри мы помогаем коже витаминами. И две капсулы омега-3. Омега-3 это необходимые жирные кислоты, которых, кстати, дефицит у многих регионов. А вот кто живет рядом с морями и имеет возможность кушать свежую красную рыбку, свежеприготовленную икру и другие морепродукты, конечно, у них такая проблема менее остро стоит. А вот для меня это просто находка, такие витамины, комплекс вот в одном пакетике, сразу все на один день. Замечательно. Так что сейчас пообедаем и буду пить витаминки. Следующий продукт, давайте уж сразу, раз речь прошла про wellness, я расскажу вам про питательный коктейль для контроля веса. Кто-то удивляется: Лиля, что тебе контролировать? Понятно, контролировать особо нечего, да, все в норме. Кто-то говорит даже, что у меня недобор веса, хотя я этого не ощущаю, мне наоборот очень комфортно в такой весовой категории, у меня 54 килограмма. Итак, для чего этот коктейль? Во-первых, у него очень крутой состав, почитайте информацию на сайте. Во-вторых, это не просто здоровый перекус, это замена одного приема пищи. Для меня это бывает настолько удобно, порой не хочется готовить или хочется покушать, но хочется чего-то легкого, чтобы не нагружать себя, особенно на ночь. Поэтому коктейль невероятно классный. Когда я начала пить первый раз, тоже начинала я с шоколадного, первое, что я заметила: за 8 дней у меня ушло 2 килограмма, но они ушли именно из области живота, именно из области, то есть шла чистка, и чистка была очень прям заметная. Очень вкусно, это очень вкусно. Нужно смешивать с молочком. Здесь есть рецепт, как готовить, какое молоко подбирать. Можно коровье, но с очень маленьким процентом. Или смешиваем с молоком таким вот растительным. Пробуйте, пишите свои отзывы. Я знаю, что многие уже получили крутые результаты, то есть теряют вес прям десятками килограммов, люди становятся стройные. У нас проходила классная программа «Трансформация wellness», и участвовали именно не сотрудники, ну были сотрудники Oriflame, по-моему, двое, но именно консультанты Oriflame, и они транслировали свои результаты, то есть фиксировали точку А, процесс весь и к чему пришли. По-моему, 2 или 3 месяца шла трансформация, результаты, конечно, ошеломляющие. Самое главное — это люди, которые стройнеют на этом коктейле, они стройнеют красиво, то есть нету обвисаний кожи, нет такого, что выглядишь старше, то есть все стали выглядеть настолько моложе, стройнее, энергичнее. Это, конечно, вдохновляет, естественно. Так, далее я заказала набор Optimals для ухода за кожей лица, и в этот набор входит 3 продукта: крем для кожи вокруг глаз, крем дневной и крем ночной. Чем эта серия выделяется из всех? Серия осветляющая, то есть она работает уже
или с пигментацией, которая появилась, и как профилактика, чтобы не появлялась, потому что здесь в дневном креме SPF 20 содержит, то есть защита. Мало того, что крем работает с нашей кожей, чтобы она становилась светлее и уходили пигментные пятна, так еще и защищает. Мой личный результат: когда у меня появилась пигментация на лице, я была на солнце, неподготовленная, вышла на минутку, встретила подругу и стояла с ней час. В это время солнце встало, светило активно. Я почему-то об этом даже не думала, можно было в тень уйти, куда-то спрятаться. В результате я получила пятна, одно прям очень большое, буквально вот под глазом, огромное коричневое пятно, как фингал выглядело, и несколько мелких, ну таких заметных пятен. Я этой серией убрала полностью всю пигментацию. Что я еще использовала? Скраб. То есть нужно помогать коже отшелушивать мертвые клеточки, чтобы крему было легче работать, потому что выходят новые клеточки, новые, молодые, свежие, чистые. И я помогала скрабиком удалять. То есть где-то два раза в неделю я делала маску очищающую и скраб, аккуратненько, нежненько отшелушивала. И, конечно, каждый день для того, чтобы был результат, нужно пользоваться этой серией. В этой серии также есть и очищение, и тонизирование, и еще сыворотка, то, что усилит эффект. Поэтому если у вас стоит такая задача — избавиться от пигментации, то в Oriflame есть два варианта: серия, про которую я рассказала, и вторая серия — Brilliance в линейке Novage. Почитайте, посмотрите, выберите, какая вам больше серия подходит. Может быть, по бюджету вы не пройдете в серию Novage, потому что она на порядок дороже стоит, но я вам могу сказать точно, что эта серия эффективная, работает, если пигментация идет, да, такая внешняя, от влияния солнечных лучей. И даже если вот просто есть пигментация такая внутренняя, то все равно кожа становится чище, светлее, ухоженнее, и крема хорошо очень напитывают кожу. Так, и это еще не все. Я, конечно, хотела заказать отбеливающую зубную пасту, но ее быстро разобрали, и до сих пор ее нет на складе, поэтому пополнила запасами пастой с травяным комплексом. Она отлично ухаживает за зубами, за деснами, мне все в ней очень нравится. И Миша заказала зубную щетку, как раз ему нужно обновить щеточку. А себе я вот недавно только заказывала, я себе беру мягкую, а Миша средней жесткости. Но для меня вот эта средняя жесткость — это очень жестко. А кому-то нужно прям покрепче, тогда нужно брать вот эту синенькую щеточку, кому нужно понежнее, более деликатно, тот заказывает щеточку в мятных оттенках. Вот пусть она тоже здесь будет. Так, под заказ у меня пилка для пяточек, она у нас в распродаже, шикарная пилка. Мне нравится то, что она широкая, у нее большой захват сразу площади на ногах, и это эффективнее, нежели когда у нас была такая маленькая тоненькая пилочка, и вот ей там трешь, 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 а это прям раз, два, три, и готово. Так, заказала себе с распродажи вот такой классный карандаш для кутикулы, потому что огромная такая скидка. Я, кстати, недавно только брала из каталога, но сейчас скидка еще больше, я подумала, я возьму, пусть лежит, потому что сама пользуюсь регулярно, мне очень нравится, как чувствуют себя ногти, кутикула с этим маслицем, все такое мягенькое, ухоженное, не требуется так часто делать маникюр, как раньше, поэтому тоже очень рекомендую. Под заказ у меня есть еще вот такой карандаш двухсторонний, у него получается с одной стороны тонкий карандаш для стрелок, а с другой стороны, ну кстати, стрелки и внизу подводить, а с другой стороны это стойкие тени. Это очень красивый изумрудный оттенок, то есть здесь у нас толстенький краешек, но так как под заказ, пробовать я не могу, но я уверена, что у меня получится договориться с клиенткой, когда я принесу карандаш, чтобы либо попробовать на руке, либо я ее подкрашу сама и запишу это на видео, выложу у себя в телеграм-канале. Ну, кстати, я видела, уже есть блогеры, кто записали видео с этим карандашом. Именно благодаря этому видео я получила заказ. То есть я показала клиентке в каталоге,
показала ролик с фотографиями, и она сразу сказала: конечно, я хочу такой цвет, он, ну, он просто уникальный, очень красивый. Так, заказала, как и хотела, вот такую штучку. Что же здесь? Это хайлайтер серии The One в таком красивом оформлении. Ох, какой же он красивый! По-моему, в позапрошлом году у нас выходил практически брат-близнец, только в золотистых оттенках, такой же хайлайтер. А этот у нас вышел с розовым переливом, с голографией такой. И мы сейчас его с вами попробуем, потому что это нам. Аккуратно открываем, и небольшое количество можно выкладывать себе как раз на руку и переносить уже на кожу, лицо, куда вам нужно. Ой, слушайте, он такой жиденький, очень красиво, какой перелив. Вау, надеюсь, вам хорошо будет видно вот эти искорки розового, светленького. Это бесподобно красиво выглядит. Но и это еще не все. Я уверена, что сейчас у многих в заказах прилетят вот такие вот пакетики. И что же в этих пакетиках? Давайте смотреть. Ну, во-первых, я заказала новую маску с папайей. Эта маска у нас идет для восстановления, по-моему, волос. На 5 минут наносить, массировать, дать впитаться и потом смыть. Я обычно маски наношу не на 5 минут, я стараюсь прям вот подольше, может даже полчаса с маской. То есть я промываю волосы, подсушиваю их полотенцем, наношу маску прям много. Мне такого пакетика хватает на 2 раза. Я считаю, что это очень даже достаточно. Заватываю в тюрбан. У нас есть такая шапка леопардовая, да, такая пятнистая, как тюрбан. Мы ее заказывали еще в позапрошлом, по-моему, году. Она такая классная, она специально для масок. Я натягиваю эту шапку, и вот сколько у меня есть времени, 15-20 минут, полчаса, я хожу с маской, а потом смываю. Эффект, кстати, намного круче, нежели подержать 5 минут, имейте в виду. Кажется, эта маска очень вкусно пахнет. Я одну сейчас прям вскрою и немножечко понюхаю, потому что буду мыть волосы завтра, ее использую. О, ну да, это действительно очень вкусно. То есть мы вот так можем оторвать кончик, выдавить сколько нужно маски, потом завернуть, поставить, и до следующего раза она спокойно у вас постоит в ванной, даже не обязательно ее относить в холодильник. А взяла еще 2 маски, они у нас обновленный дизайн, но состав я не смотрела. Девчонки писали, что состав не заметили, чтобы состав изменился. Одна маска банановая, она питательная, и вторая маска, кстати, мне вот нравилось, что на прошлых масках прям писали: для окрашенных волос, для сухих, восстанавливающая. И вторая маска с авокадо. Ну, просто заказала, не могла удержаться, чтобы получить все пакетики вот такого разнообразия. Здесь у нас по 30 миллилитров в этих масках. А этот пакетик — это скраб-шампунь. Нужно массажными движениями нанести на влажные волосы и смыть. Здесь 20 миллилитров, то есть хватит, скорее всего, на один раз. Но я буду завтра мыть волосы этим шампунем, может быть, даже видео запишем сразу. Ух ты, он черный. Он черный. Я представляю, какой ужас будет литься с волос, представляете? Так, аромат. Ой, как вкусно! А что же здесь у нас в составе? Он с углем, и, наверное, здесь нарисованы листики, очень похожи на мяту. И аромат такой вот, такой мятной свежести. Ну, нереально круто. Ну вот она будет черная, имейте в виду. Что тоже забавно. Ну, не очень приятно. Вот кто-нибудь зайдет в ванну и увидит, как я смываю волосы, с них льется такая грязь. Люди будут, наверное, испуганы, что я, наверное, не мыла голову несколько лет. Итак, я взяла несколько таких шампуней, потому что планирую в дорогу еще
собой их тоже взять, потому что это легкий, удобный пакетик, который не занимает много места, и не надо тащить с собой бутыль с шампунем. Удобно же? И я уверена, что все, кто смотрели видео, когда я размещала заказ, вы заметили то, что я заказала очки. А кто не заметил, угадывайте, какие очки я себе выбрала. А я пока расскажу, какая идет акция. Если у вас в каталоге номер 9 заказ 50 баллов и выше, то вы, перейдя на второй шаг в раздел акции, в самом низу увидите предложение, то что вы можете заказать любые очки серии Норхен всего за 299 рублей. Это же просто вау цена, и я вам хочу сказать, что я заказала одни в первый заказ, и я уже отправила второй заказ на 50 баллов и туда положила еще одни очки, уже другие. Итак, та-дам! Очки оформлены невероятно. Во-первых, они приходят в фирменной коробочке Норхен темно-синего цвета. Здесь даже есть инструкшн, что-то там написано, и они приходят в черном жестком футляре, и тоже есть логотип Норхен Oriflame Sweden. А внутри, та-дам! У меня аж сердце биться стало быстрее, потому что здесь внутри все обтянуто, да, таким бархатом каким-то, очень приятным на ощупь. Есть еще дополнительный мешочек, но не рекомендую в таких мешочках носить очки, потому что они тоже могут сломаться. И тут моя прелесть, боже, как я их ждала, как я о них мечтала, вы даже не представляете, какие они шикарные, достаточно легкие. Дело в том, что я их уже примеряла и влюбилась в них с первого взгляда. У них классная цветопередача, они легкие, не давят за ушками, хорошо сидят на переносице, то есть так уютненько, так комфортно. И именно вот мне нравится форма, то что у них чуть-чуть вот как бы вздернуто вверх внешние края, и за счет этого показан какой-то, ну, не знаю, какая-то вот немножко дерзкая нотка в них есть. Есть классные очки. Если вы тоже успели заказать те очки, которые вы хотели, вы, конечно, везунчики. Но я когда выбирала, то, честно слово, я бы выбрала еще четверо очков, и пусть бы они были за такую цену, такое качество. Это, конечно, отличный подарок от компании для нас, и это и поддержка, и для настроения, и как удачно в летний сезон заходить с новыми очками. Здорово! Я жду вашей обратной связи, ваши комментарии. Пишите, что вы заказали из этого каталога, что вы уже из новенького попробовали, какие у вас впечатления, понравилось, не понравилось. Я очень рада всегда вашим сообщениям. Всем желаю классного настроения и до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.